вами баз со складом. Единственный путь туда попасть через серию туннелей. Там 6 складов. Они ведут к лифту. Вам понадобятся ключи для доступа к компьютерам. Вы должны найти Эрика, он отвечает за компьютеры. Где его найти? Возможно, он где-то в офисе, но он должен быть на втором этаже одного из складов. Мне нужно собрать все вирусоносители, не оставляя следов. Сколько там сел вирусоносителей? Я не уверена. Там же десятки складов. Тебе не хватит времени осмотреть их все. У нас есть приспособление, которое определяет вирус на расстоянии. Лен, продолжай попытки связаться с Маркинсоном. Мара, тебе лучше говорить правду. Следи за ней внимательно. Там идет настоящая бойня. У тебя будет возможность пробраться куда надо, спокойно выполнить задание. Так, в этой миссии надо делать все быстро. На врагов, в принципе, можно не обращать внимания, они воюют между собой. Ну, если под горячую руку попадешься, то и тебя пристрелят. Вот. Так, я примерно помню эту миссию. Эриксон, пошел! Кто ты? Чего хочешь? Здесь я задаю вопросы. Мне нужны коды доступа к мейнфреймам сейчас. Но я их не знаю. Считаю до трех. Но постойте, я не Раз. Знаю кодов. Два. Хорошо, хорошо, вот они, пожалуйста. Оставайся здесь и не двигай своей задницей. Отлично. Берем вирус и сканер. Этот сканер поможет тебе находить носителей вируса. Так, ну что, начнем. Ух ты, в упор стоит, палит по мне. Быстрей, быстрей. Че-то сразу уже покромсали. Так, здесь, по-моему, да. Оруженька. Здесь вот возьмем. Здесь, по-моему, граната, что ли? Да чтоб тебя! Так, берем здесь гранату. Только не дали нам их взять. Перевалим отсюда. Здесь у нас тоже, по-моему, автоматик лежит. Если мне не изменяет память. Да. Вот с ним и будем бегать. Патронов у него достаточно. Ну что, все, давайте начнем искать вирусный носитель. Так, где-то здесь, по-моему. Да. Да. Вот он, вирусоноситель. Поставим маячок. Я нашел вирусный контейнер. Я не уверен, что он планировал здесь. Но похоже, у него не было достаточно гибкости. Я пытаюсь попасть через компьютер, но спутник знает, что получится свои координаты. Но похоже, все компьютеры агентства выведены из строя. Не волнуйся, у меня есть прикрытие. Какое у тебя прикрытие-то, а? Ну,
Ребята меня вынесли тут с дробовика в упор. Отвали от них. Так, 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 так. Да чтоб тебя. Все. Воюйте между собой, меня не трогайте. Я тут, видите ли, делом занят. Так, отлично. Память мне все-таки не изменяет. Поставим маячок еще один. И осталось еще один. Так, что у нас здесь? Скотка, отлично. Так, ну, прежде чем мы его найдем, надо найти такой будет там потайной ход. Да, по-моему. Да. Отлично. Перезарядочка. Так. Здесь у нас закрыто пока что. Будет отключить питание. Так, здесь ящик. Отлично. Ребята, живой, нифига себе, бронированный, блин. Бочка рядом с ним взорвалась, ему пофиг, блин, засранец мне. Всю бронежилетку истратил. Так, 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 так. Здесь наверх. Попробуем еще раз. Ребята там что-то не хотят между собой воевать. Засранец попал все-таки. Так, отлично. Включаем питание. Ой, ё. Так, сейчас тут чувачки с бронежилетами должны быть. Делаем это так.
Все, отлично. Ну где? Так. Где-то у меня сканер. Отлично. Все готово. Теперь... Теперь нужно... Бежать туда, где у нас были решетки закрыты. Ух ты, ух ты, ух ты. Сколько вас тут? Пускай разбираются сами. Так. Сюда. Сюда. Пусто. Один готов. Там, по-моему, их трое. Да. Чуть-чуть. Готов. Отлично. Бронежилетки мне пригодятся. Так. Сюда. Все отлично. Я обнаружил какие-то упоминания о R99. У тебя есть какие-нибудь сведения? R99 — это двухступенчатая жидкотопливная ракета с дальностью полета 12 500 км и с ядерной головкой мощностью в 5 мегатонн. Но эта ракета была снята с СССР с вооружения в 77 году. Проверь и убедись, что шахта под присмотром. Похоже, Фагн планирует что-то больше, чем мы подумали. Лен, свяжись с Маркинсоном. Нет, я не могу связаться ни с кем из европейского командования. Так, ну, продолжаем заниматься тем, чем мы занимались. То бишь, ставить маячки на вирусные носители. Ну где ты там?
готов. Так, те двое наверху не достанут. Так, здесь, по-моему, двое должны быть. Отлично. Один готов. Ставим маячок. Еще два. Так. Готово. Здесь я не помню, враги вообще есть, нету. Ух ты! Оттуда не возьмись. Сдохни. Отлично. Все хорошо, но, блин, мой броник, мой кирдык. Отлично. Так, здесь вот я помню, мучился очень долго, искал проход, а он, оказывается, вон где. Так, один готов. Главное не упасть.
Так, граната у нас максимум. Бегут. Попробовать граната их. Все, лежат. Так, по-моему, где-то здесь. Да. Ну и... Все источники вируса нет. БДС приступили к работе, но до экстракции еще 2 часа, так что пока оставайся на месте. Ну, теперь остается... Что ты? Я не попал, что ли, по тебе? Так. Там еще один, по-моему. По ногам тебе. Уязвимые места голова и ноги. Когда они в брониках. Еще руки. Так, гранаты пошли в ход. 9, это склад 76. Вход в пусковую шахту где-то внутри. Лен, спроси Маркинсона, уверен ли он в том, что вход в ракетную шахту находится в этом складе? Она уверена, поспеши, Гей. Пожар может привести к взрыву. Я иду. Да, рванула ты нехило. Так.
Так, 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 у нас есть 15 минут, чтобы убраться отсюда. Аккуратно только не задеть огонь. Давайте-ка выберем бронежилетку, которая пробивает. Думаю, с ним попроще будет. Не очень-то понятно, куда бежать из-за этого огня. О, все рушится. Сюда. Лен, ты связалась с Маркинсоном? Пока еще нет. Введите своих товарищей в курс нашей ситуации. Я не могу ни с кем связаться. Похоже, связь отключена. Постарайся. Постарайся. Что это за крики маньяка? Жесть. Так, аккуратненько. 12 минут, но я думаю, времени нам хватит. Да, что ли, бежать? О-о-о! Ребята, сами напросились. Так, патронов-то не очень много осталось. Во-во-во-во-во-во-во. Собственно, вроде добрались. Они все мертвы. Ты нашел хоть кого-нибудь? По-прежнему нет связи. Но похоже, на нас обратили внимание. Казахстан мобилизует свои наземные силы и запросили помощь у России.
Похоже, это сливает гражданская война. Я тут.